Как сиротинушка с мышкой и каштанчиком пришел. Верни, говорит, опочивальню-то мне. Сейчас мы ее принесем обратно. Поставим тебе на место, чтоб все по фэншую по-твоему было. Не волнуйся. И вот каждый раз вот такие вот волнения. Да? Он за свое имущество-то переживает. Чего бы понимал. Каждую свою игрушечку помнит. Вещицу помнит. Все помнит. Все у него-то на учете. Так просто ничего не пропадет. Да, где мой конфетка-то? Сейчас принесу.